Всем привет! С вами FIFA Ванга, которой сегодня на подмогу приходит PES Ванга. И мы предложим искусственному интеллекту спрогнозировать результат матча Германия-Украина. В FIFA 21 нет сборной Украины, поэтому мы приняли решение записать это видео в PES. И для начала передаем привет Илье Азаровскому, который первым правильно предсказал результат матча Барселона-Динамо. С ним, кстати, с точностью справилась и Ванга. Оставляй в комментариях свои прогнозы на матч Германия-Украина. И, возможно, именно ты услышишь свое имя в следующем выпуске рубрики. Украина подходит к матчу с серьезными потерями. В команде Андрея Шевченко очередная вспышка коронавируса. И свежие положительные тесты получили Ярмоленко, Сидорчук, Цыганков и Коваленко. Теперь остальной команде предстоит сдать повторные тесты. И даже поползли слухи, что матч может не состояться. Но пока они несколько преувеличены и команды готовятся к этому поединку. Но в нем гостей будет ждать крайне непростое испытание. Выставим составы, приближенные к реальным, и отправим компьютер рубиться против себя самого. Друзья, за поддержку этого ролика мы хотим поблагодарить компанию GGBet. У них на сайте вы сможете оставить прогноз на футбольные матчи, киберспорт и другие спортивные события. А по нашему промокоду KIBER1 вы получите мощный бонус плюс 100% к первому депозиту. Так что если заряжаете на спорт, то ныряйте в закрепленный комментарий под видео. Там вся инфа. Удачи! Ну что же, к матчу. Первая попытка немцев сходить в атаку завершилась ничем. Комбинируют украинцы у штрафной зоны соперника. Могло быть интересно, но пробить здесь не дали. Навес от гостей, ни до чего внятного здесь дело не дошло. Конопля передержал мяч на фланге и подарил его немцам. Заброс на Еремчука, боролся Роман, но безрезультатно. Горецко с Вернером разыгрывают неплохую атаку. Оборона украинцев на чеку. Контролирует мяч Германия, но не обостряет. Украина пока не может наладить нормальную доставку мяча в атаку. Немного неоправданных бисиклет от немцев. Это было эффектно, но неэффективно. Первый тайм завершается в ничью 0-0. Германия пытается зайти через фланг. Малоэффективным оказалось это решение. Еще один забросик от Украины в никуда. Здесь могло быть очень опасно, но оборона гостей вовремя решила этот вопрос. А вот это уже первый по-настоящему серьезный момент в матче. Вернер отдает на Гнабри, удар Сержа блокируется, но мяч отлетает к Вернеру. Тимо пробивает в штангу, мяч снова оказывается у Гнабри. И здесь уже футболист Баварии беспощаден. 1-0, счет открыт. Обрезка на половине поля Украины. Могут немцы наказать, но атака захлебнулась. Гюндоган долго не расстается с мячом, готовит удар, но отбилась Украина. Пытаются придумать гости хоть что-то, но в итоге все это перетекает в мощную контратаку. Вернер вышел один на один с пятовым и не сумел переиграть голкипера. Еще один момент у ворот сборной Украины. Пятов забирает мяч и звучит финальный свисток. 1-0, PES ставит на минимальную победу немцев. Как все будет на самом деле, узнаем очень скоро. Жми на лайк, если будешь смотреть матч Германия-Украина. Оставляй свои прогнозы на него в комментариях. И не забывай подписываться на Кибербол. Всем спасибо за просмотр и до скорого!